Всем привет, ребятки! Вы находитесь на моем канале Кузьмин, а это значит, что сейчас будут очередные кейсики, что сейчас будет интересно. Сегодня мы с вами будем открывать премиум кейс. Сегодня вроде как последний день. И еще есть такая новость, о которой я узнал только сегодня, хотя это случилось еще пару дней назад. Оказывается, из классики удалили ледник. Это вообще просто обида, потому что я хотел под Новый год открывать классик кейс. Вот, как вы можете видеть, его нет просто. Его убрали отсюда. Но я так подозреваю, что сейчас 27-го должен выйти золотой костюм с юмпом, ледником. И туда же засунут калаш, эмку, что там еще было. Ну, короче, всю эту ледниковую тематику. Поэтому мы сегодня будем открывать еще и классику, чего я очень давно не делал. Сейчас у нас будет премиум кейс. Вот осталось его тут 6 часов, что-то, ну, до сегодняшней ночи. У меня есть 144, я заберу отсюда гарантированно 100% миник, а вот что мне упадет с классики, об этом мы, собственно, сегодня узнаем. Что ж, без долгих разговоров, по традиции, мы начнем с вами открывать. У меня даже есть какие-то купоны на это все дело, но они работают только... У меня пропуск стоял. Но они работают только, когда открываешь DUC-шки, к сожалению. Вот было бы прикольно, если бы сделали скидку, что типа за 9 купонов ты открываешь 10 кейсов. Вот это было бы круто, конечно. Не думают разрабы о людях, которые за купончики открывают и не донатят. Погнали следующую. Хотя, если с другой стороны посмотреть, то в принципе они же дают шанс открыть бесплатно. То есть они дают эти купоны, их можно каждый день как-то получить. В принципе, каждый день можно в магазине, в сокровищах забрать один купон премиума гарантированно за серебро. Так, ящичек падает, давай вот это мы пропустим. Серебро, так что это? Восьмерочка упала. Это у нас... Это у нас миник, точно. Это миник тоже зимней тематики, типа ледника, улучшаемый. И... Так. А почему у меня скипнулась анимация сразу же? Ага. Упала мне берста. У меня почему-то скипнулась анимация, хотя я ее не пропускал. Так, ага. Это у нас увилмак, увеличен быстросъемный. Вот это... Хорошая штучка. Модули нужны. Вот опять. Я ничего не пропускаю. Я просто жду. Давай откроем гарант, короче. У меня есть уже гарант, может... Нет, четверка упала, ладно. А, ну тут очень много модулей они понапихали, так что... Да, скорее всего, отсюда мне миник не дропнется. А хотелось бы... Ой, опять звук еще забагался. Упал парашют. А, он уже второй. Понимаю. Я... Вот опять анимация. Анимация где? Багается звук, багается, пропадает анимация. Просто, блин, ребят, разберитесь с кейсами. У вас даже в кейсах баги. Это что такое вообще? Ладно, хер с ним в кейсах. В игре, в самой, просто... Я что-то на днях играл, я бегу-бегу, у меня чел просто передо мной пропал, а я его пушить бежал. Он просто исчез вот у меня на глазах, блядь, по щелчку Таноса. Это что такое? И все, я его больше не видел. То есть ни ящика, ничего не осталось, то есть его не убил никто. Просто чел испарился. Как так? Ладно, поехали, следующую. Осталось-то, по идее, совсем чуть-чуть. Мы откроем 120, короче. А 24 мы оставим. А, закрываем. Хаешечка упала. Погнали дальше. Опять, где анимация? Где анимация? Вот мне интересно, кстати, у них скрипт, или они реально не падают до 120? Потому что я видел один раз, что
какая-то пушка, не помню, что там было, она упала. Она упала, но она упала за гарант тогда. Давай-ка мы еще один гарантик строим. Блин, ну повторка. Ну зачем? Она даже не переработалась. Я так привык на самом деле к рулеткам, где все повторки перерабатываются. Это так удобно. А его сейчас и не будет, и он ни во что и не переработался. И вот это обидно. Так, осталось две десяточки открыть. Сейчас мы их побыстренько посмотрим, что у нас тут будет. Просто only серебро повторки. Повторки тоже в серебро переработаются. Ну и что? Ну и... Да, конечно, это такое себе. Ну, поехали. Last premium case. Сейчас нам гарантированно падает миник. И глушитель на миник. Вот это уже хорошо. Мини 14 сосулька. Закрыть. У меня, собственно, пополнение в коллекцию. Ни один мифик мне отсюда не упал. Упала мне, получается, минька, берста, шлем, хаешка-висюлька, 8х, 4х, глушитель увеличенный, быстросъемный. И возможно, увеличенный быстросъемный СВ второй был. Из лек мне упал парашют. И что-то какой-то обвес на ствол гарантированный был. Пламегас или нет, не знаю, не помню. Надо будет смотреть, что у меня есть. Что ж, на этом с премкой мы закончим и перейдем в кейс с повышенным шансом. А, они еще и это убрали. Они еще и убрали желание загадать. Это вообще обидно, конечно. Что ж, давай. Почти 200 кейсов. Почти 200 кейсов классики. Мы сейчас откроем и посмотрим, что нам за 200 кейсов без двух упадет. Вот это интересно. На самом деле. Я их копил, кстати, долго. Месяца 3 я вот 200 кейсов копил. Из них я, наверное, 2 не донатил. То есть вообще без доната копил. А это прям... Это сложно. Упал мне вектор. Ну, вектор мне, в принципе, не нужен. У меня есть скиллчатом. Но он не прокачан у меня скиллчатом. Надо его качать. Я с ним и играю редко, в принципе. Так что... Как-нибудь потом. Пустота. На эпике я даже не смотрю. Так. Это очки. Очков таких не было. Хм. У меня отсюда еще чего-то не было. А, и коряк. Крика тоже не было. Ладно. Вот, собственно, опять забагалось. И упало одно серебро. Конечно, все равно пропускаю анимацию где-то там, но когда это так все багается, повторный вектор. Понимаю. Но опять. Мне вот интересно, от чего это зависит? Костюм эпик, которого не было. Вот это странно. Они, видимо, с последнего раза, когда я открывал, очень сильно обновили классик. Что в него добавили шмотки, которых, в принципе, у меня и не было. И убрали все старые, которые постоянно падали. Рюкзак. Рюкзака такого точно не было. Этот был, значит. Ага. Понимаю. Погнали, следующую. И вот прям интересно, упадет ли хоть один мифик мне? Потому что из классика достать мифик за купоны, это вообще, это что? Это страшное дело. Это, наверное, почти так же, как было, почти так же сложно, как было сложно достать отсюда ледник. Так что мы сейчас на это все дело посмотрим. Как это, в принципе, может быть?
Какой-то рюкзак. Окей. Рюкзак злой акуленок. Угу. Какой-то он не особо злой, этот акуленок. Он скорее какой-то грустный. Так, сколько у меня осталось кейсов? Я открыл только 100 кейсов. Пошли дальше. Падает ящичек и смотрим. Серебро, штаны, граффити и берет какой-то. Шапка помидор. Нормально. Это все точно было. Мне кажется, это есть вообще практически со старта, с первых самых купонов классика. То, что упало, оно есть. То же самое. Ну. Не, что-то как-то вообще все очень грустно и печально. Мне вот интересно, сколько потом выйдет серебра на переработку. Какая-то лего. Какой-то костюм. Жестокий мучитель. Окей. А на что у нас, собственно, повышенный шанс? Из всего того, на что повышенный шанс, нам упали только очки. Очень жаль. Потому что хотелось бы все-таки увидеть ДПшечку вот такую в своей коллекции. Она хоть и без скилл-чата, не улучшаемая, ничего, но она прям красивенькая такая. Прям. Мне нравится. Ну и мифики хотелось бы посмотреть у себя. Мифик-шлем вот прикольный. Мифик-шлем в классик-кейсе. Причем сделанный под Мандалорца. Помните вот этот вот прицел у него? Вот тут есть тоже такой прицел, который вверх смотрит, типа, на, как наушник он выглядит. И он, типа, должен опускаться так. Да, это прикольно. Как называется? Интергалактик. Ну, тоже с космосом связано. Ладно, погнали. Еще полтинник кейсов мы с вами откроем. Богос, а такой был уже. Блин, вот раньше открывал полтинник классики, и там прям сыпало все. Там насыпало все. Ну, кроме мификов. Леги выпадали все, там просто дроп такой был лютейший. Сейчас вон. Две шапки, ботинки, куртка и серебро. И ничего выше эпика. Ну, что это такое? Это жесть какая-то просто. Маска рестлера, куртка, халат и серебро. Вот это все есть. Но все есть очень-очень давно у меня. Я раньше открывал по полтиннику кейсов, я сейчас решил подкопить. И где? Где я? Ну и все. Погнали по одному. Но это что такое просто? Это штаны, маски, 18 UC. И да, давай откроем. Наши есть тут гарант? Я надеюсь, есть. А у нас даже гаранта нет тут теперь. Он вообще был, кстати, или нет? Я что-то не помню. Мне кажется, был тут гарант. Но сейчас нету. Это просто что? Это подстава. А зачем тогда вообще теперь классик кейс нужен? Ну, это просто... Ну, зачем реально? Если, ну, ты из него можешь получить только мифики, которые не падают. Из лег с повышенным шансом за 200 кейсов выпали очки, которые мне нахрен не нужны. Мне нужны либо мифики, либо улучшаемые пушки. Улучшаемым тут был ледник. Его убрали на днях. Все, мифики не падают, кейс не нужен. Зачем? Тогда это все надо.
Просто ради каких-то эпиков, которые переработаются в серебро все равно. Ну, блядь. Но это не дело. Это просто вот у меня горит жопа от этого всего. Потому что, ну, это реально не дело. Есть премиум кейс, который стали добавлять каждый премиум кейс улучшаемую пушку. Я забрал оттуда ДПшку, забрал оттуда миньку. Я не помню, я забирал что-то еще. Что-то еще я оттуда забрал, короче, я не помню. АВМ я тут забрал, точно, как я мог забыть. Все. Больше я тут ничего не забирал. И то я миньку не хотел до последнего крутить, но просто я так подумал, что пушка в коллекцию мне будет не лишней, и если что, я сейчас 20 оставлю, а потом, ну, оно же все равно подкопится у меня до следующего кейса, какое-то количество этих кейсов, премки. И все равно я открою следующий там кейс, если там будет классная пушка какая-то. Я, если что, докину, я открою. Ну, блин, это подстава, конечно. Это, конечно, подстава. С классикой это беда. Вообще, просто очень сильно не советую. Что ж, у меня еще есть тридцаточка этих... что это? Припасы. Ну, давай тридцаточку припасов жахнем. До гаранта, кстати. Тут же гарант на 30. Ну, это кейс с временными скинами. Он мифик на время. Вот зачем мне мифик на время? Он мне что-то даст? Ну чё, я побегаю в нем чуть-чуть и все как бы. И то. В таком мифике, да, и бегать-то не хочется. Ха. Упал эпик SLR навсегда. Но этот кейс хорош тем, что тут классика фармится. Прям нормально так. И давай гарантик посмотрим. Ну, естественно, это не лего. Естественно, это эпик. Так, ну чё, и сколько у меня всего на переработку? Аж на целых 4700 серебра. Вот, просто посмотрите на это. Это все практически, ну не практически, это все из классик кейса. Это все из классик кейса. Это просто охренеть. Что, переработать, конечно. Вот зачем мне это все нужно? Времянка? Ну, времянка вся из этого, который... Припасов. Из припасов. Тоже на 3800 на бипишек. Ну вот зачем такое просто? Это, ну, бесплатные кейсы? Это не дело. Разработчики, вы если... Хотите уравнять шансы между донатерами и недонатерами, вы хоть сделайте дроп нормальный за купоны, чтобы не говно всякое сыпало, вот это, которое все равно в обмен идет. Оно есть у всех, даже у тех, кто не донатит. Сделайте нормальный дроп, по-братски, просто этот, ну, это же кусок говна тебе падает, получается. Потому что шансы никакие. Рассчитывать на какую-то удачу, ну на какую удачу тут рассчитывать, если, ну, мне за 3 года игры, за купоны, ничего не упало. Ну, максимум легендарки, и то они редкие. Там упало, блин, сейчас нам 2-3 легендарки за весь классик кейс, это 200 купонов, 200. Ну это что, это, ну это не дело, короче. Крайне не рекомендую теперь и не советую открывать классику, потому что это одно расстройство. Ледник оттуда убрали, даже никакой надежды на него теперь нет. Если он будет все-таки в рулетке с новым юмпом ледником, то забирать я буду только М-ку, наверное. А юмп, скорее всего, не буду забирать. Дорогие друзья, какие мы можем с вами сделать выводы? Кейсы за купоны это бред. Это прям не советую, не рекомендую. Если хотите сохранить в порядке свои нервы, так что открывайте лучше за донат. Может по чуть-чуть что-то. Если вы все-таки открываете за купоны, то не расстраивайтесь, что вам ничего не падает. Это, ну, это шансы такие. Это уже всемирно известный факт, что
за UC падает дроп намного лучше, чем за бесплатные купоны. На этом мы с вами будем прощаться. Меня зовут Сергей Кузьмин. Всем удачи и пока.